мои родственники, если ни много ни мало, ректор института в Санкт-Петербурге, не буду говорить, да, он был вот таким же, как я. Он там смеялся и так далее, да, когда я ходила с колокольчиком, очищала пространство, писала книги, вела семинары, он как бы подсмеивался, подшучивал. А теперь прошло время, да, и уже где-то 10 лет спустя начала моей практики, он уже с уважением относится, потому что мужчины, друзья мои, они любят считать деньги, они материальные существа. И когда они видят реальное воплощение моего успеха, да, то, что это действительно работает, он уже интересуется, ну, точнее, так, что ты говоришь там в этом году, куда что поставить, а куда нужно спать головой, а как мне нужно свой кабинет обустроить. Понимаете, то есть такие антры. Так что проходит, я пока держу секретик, потому что я никогда не... Подсознание может все, особенно у женщин. У каждого человека, у каждой женщины, которая стремится к любви, к счастью, должен быть одно то. Я к счастью. Вот он я, да. Да, любите меня. Да, я пришла. И тогда действительно включаются вот эти какие-то вот удивительные такие потоки энергии, которые действительно позволяют тебе это делать. Разреши себе быть счастьем, и ты будешь. Понимаете, у него какой настрой, говорит. Вы это все приняли, как мне говорит. То есть пришли твое счастье. Классно, молодец. Вот у него такой настрой. Это же самое главное. Вот у каждого человека, у каждой женщины, которая стремится к любви, к счастью, должен быть такой настрой. Я счастье. Вот он я, подарок. Да, любите меня. Да, я пришла. Вот я счастье, я пришла, я подарок. Обратите внимание, это интервью. Дипломирована мастер фэн-шуй, феи Натальи Борисовны Правдиной, которая продала за 20 лет больше 20 миллионов экземпляров книг своих. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Какой должен быть настрой? Сейчас приготовила себе такой поздний ланч, как в Париже, слушаю интервью Натальи Правдиной. Видите, как она сказала, хоть бы должен быть настрой. Я счастье, я пришла. Так что вот. И еще. До этого она тоже сказала, так очень интересно. Давайте послушаем. Наталья, это вы привлекаете деньги, любовь и успех? Я говорю, я. Он говорит, ну вот я и пришел. Ну вот я и пришел. Представляете? И он, конечно же, настолько... Я безумно люблю людей с чувством юмора. И это был человек, с которым мы сделали столько проектов, столько издательств. Да, помимо всего, радость, счастье. Так что вот, это очередная моя программа, моей творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Сейчас я на моем балконе, кафе-ресторан «Красота де бьюти», творческой студии позитивного мышления Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Какой должен быть волшебный? Должен быть волшебный настрой. Я счастье, я пришла, любите меня. Учимся в богатых, известных, знаменитых.
ставлю на мой балконе. Такой завтрак, ну, такой поздний ланч, как в Париже. Сюда перевешу, или сюда вложу. Так что вот. Ох, шикарная, шикарная погодка. Шикарная погода. Уикенд. Санкт-Петербург, Россия, уикенд. Шляпку, сейчас мне подарить шляпку. Приготовила себе свежей морковочки салатик с сахарным песочком, с подсолнечным маслом, два бутерброда со сметанкой и с черной имитированной икрой, чай, мандаринки, мандаринка, киви. Буду кушать. Одну шляпку. Ох, позагорать. Позагорать. Шикарненько. Надо было еще, наверное, это принять такой душ. Надо было, может быть, больше посластить. Книжечка Санлайта «Вселенная радости. Искусство счастья».
Наука желать. Ну, смотрите. Наука желать. Великий дар любви. Закон благодарности. Страница 20. Страница 20. Он как припекает. Припекает. Нужно под душ, под душем помыться. Очень жарко. Мыться под душем, как искупаться в океане и уже загорать здесь на моем балконе, иначе очень супер жарковато. А сколько сегодня парковок? Свободно. Люди, наверное, уехали на дачи, на фазенды свои. Могущество умиротворения, спокойствие – это не безжизненная неподвижность и усталость, это максимум сосредоточенной энергии. Спокойствие свидетельствует о собранности нашего мышления. Суетливый, раздражительный, беспокойный человек не может быть влиятельным. Он удивляется, почему уравновешенный человек добивается успехов и расположения других людей, тогда как сам он вечно спешащий, волнующийся,
и озабоченный, эти качества он путает с целеустремленностью. Постоянно сталкивается с неудачами, а другие люди его избегают. Уравновешенный человек проявляет не беспечность, а сдержанность. Он лучше владеет собой и исполняет большую работу, делая ее умело, профессионально. В этом корень его успеха и влияния. Он контролирует энергию и правильно ее использует. Тогда как беспокойный человек только рассеивает энергию и злоупотребляет ею. Где спокойствие, там и великая сила. Спокойствие свидетельствует о сильном, развитом и дисциплинированном уме. Спокойный человек знает свое дело. Его слова немногочисленны, но зато существенны. Он умеет планировать и осуществление его планов подобно хорошо отрегулированному механизму. Самые свирепые штормы не затрагивают глубин океана. Так и в сердце человека есть тихие святые глубины, куда не может проникнуть никакие бури. Достижение этой тишины и сознательное пребывание в ней – вот что такое умиротворение. В человеческом обществе царит непрерывное смятение, суета и беспокойство, но в сердце всех существ пребывает нерушимый покой, в глубокой тишине которого живет вечность. Покой необходим нам гораздо больше, чем пища. Разумеется, если иногда вам приходится немного спешить, это неплохо, однако забывать о покое нельзя. По существу наше тело – это только храм, внутри которого находится божество. Поэтому тело нужно любить лишь потому, что это храм божества. Тело – это только средство существования, а его цель находится внутри. Покой, как и медитация – это пища для души. Покой означает тишину, отдых, расслабленность, невозмутимость, свежесть, собранность и созерцательность. Как тело умирает без пищи, так и душа умирает без покоя. Разногласия обычны для внешнего мира, но в сердце Вселенной царит нерушимая гармония. А потому душа человека бессознательно стремится к гармонии просветленного состояния, достичь этого состояния и жить в нем. Это и есть умиротворение. Оставьте на время внешние вещи, чувственные наслаждения, интеллектуальные игры, мирской шум и суету, и удалитесь во внутренний чертог своего сердца. Там, освободившись от эгоцентричных желаний, вы найдете чистоту, озарение и покой. Человек, который постоянно пребывает в постоянной борьбе с жизнью, остается закрытым, а тот, кто расслаблен и умиротворен, кто не враждебен существованию, не пытается подавить кого-либо или что-либо, открыт изобилию Вселенной. Его можно сравнить с домом, все окна и двери которого отворены. В этот дом может прийти ветер или дождь, а также заглянуть солнце и божественность. Таковы пути Бога. Иногда он приходит как ветер, иногда как дождь, а иногда как солнце.
все, пока тут принял душ, будет уже около 4, после 4 особенно полезно загорать. Или так, в общем, приму душ, потому что очень жарко. Знаете, как это, как в бане. Прям чувствую себя как в бане. Жара. Также, если я приехала на курорт, на пляж, никто, знаете, просто так вот на пляже, вот все купаются, знаете, купаются там в море, в океане, в бассейне, а потом уже загорают. Ну, кто под зонтиками. Так, конечно, 25, в Петербурге 25 градусов тепла. Здесь водичкой как-то немножко как-то водичкой. Лучше под душем, конечно. Цветок, улыбающийся вам, звездное небо, смех ребенка. Это Бог, который говорит: здравствуй, Бог парит над вами, Он готов обнять и поцеловать вас. Он может сделать это только тогда, когда вы перестанете бороться с жизнью. Иначе вы будете так поглощены этой борьбой, настолько заняты мелкими заботами, что у вас не останется никакого времени для того, чтобы вступить с Богом в любовный союз. Так вот пишет Санлайт. Это страница 13. Когда сердце человека смягчено любовью, поток этой любви воспринимается
во всей его удивительной доброте, и тогда вместе с мудростью он обретает умиротворение. Мы не можем изменить порядок вещей, который возвышен и совершен, но мы можем изменить самих себя, чтобы еще полнее воспринимать величие божественного закона и постигать его совершенство. Иначе вы будете так поглощены этой борьбой, настолько заняты мелкими заботами, что у вас не останется никакого времени для того, чтобы вступить с Богом в любовный союз. А как написано? Природе присуще бесконечное терпение, достойное того, чтобы его созерцать. Комета может делать один оборот вокруг Солнца в течение нескольких веков. Чтобы размыть какие-то земли, морю могут потребоваться десятки тысяч лет, а на полное завершение эволюции человечества уйдут тысячи столетий. А потому вам следует избегать поспешности, суетливости, неудовлетворенности и нелепой мнительности по отношению к каждодневным и ежечасным мелочам. Спутниками терпения являются высший успех, величайшая польза и глубочайшее умиротворение. При отсутствии терпения ваша жизнь потеряет свою силу и значение, и даже радость исчезнет с вашего горизонта. Личные цели, желания, планы и развлечения будут наталкиваться на противодействия и преграды. Но учась встречать препятствия, не теряя присутствия мудрого и спокойного духа, мы открываем в своих сердцах настоящее неприходящее счастье. Успех можно обрести только тогда, когда у вас есть терпение и еще раз терпение. Пишет Санлайт в своей книжке «Искусство жизни, вселенная радости, искусство счастья». Так что вот, с вами Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин и моя очередная программа, моя творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. Ну что, я покушала, тарелочку здесь нужно это убрать. Я уже вся такая, мне нужно это по душам помыться. В моем таком спа. Как говорится, в мою такую спа-ванне под душу. Иначе очень жарко. Прям. Такая собачка, такая беленькая собачка.
я благодарю за все, что вас стоит. Это очень важная практика. И такой энергии себя принадлежит, на которой говорит все это, и все это есть. И то, что все это все время, довольны, счастливы, приходят там. А где построить четкие планы, которые за день сказали, да, на следующих главах, что я живу на своем предложении, и мне все хорошо. И только хотел бы вам затем нужно обязательно видеть чистую воду, помимо практиками, йогой, фигурой, растяжечками, принять стихи душки, которые проходят, затем опять выпить стакан воды, поставить свои цели и задачи на следующий день, и только такие воды вступают в вашу жизнь. И тогда вас больше помогает. Думаю, что вы по своим какие советы вы можете дать мне сегодня? Ведь после стагнации 2020 года мы видите, восстанавливаем свой бизнес, надеемся на лучшее, живут какие-то ритуалы, правда? Это все ритуал, как ритуал, как я сказала? Хора, мантры, так что какое все, знаете, нахура, все с таким восторгом, все очень нравится. И чтобы у нас хотя бы раз в Турции обязательно пришел. Так что приглашаю всех казахстанцев. Какая тема основная? А вот как раз золотые практики привлечения богатства, счастья, любви. И здоровья, укрепление здоровья. Это самое главное наше богатство, здоровье. Какой из утренних ритуалов вы назовете самым эффективным для того, чтобы день впоследствии прошел удачно и успешно? С удовольствием вам расскажу. Я считаю, что утро – это самое магическое время дня. Даже не вечер, а вот именно утро. Во-первых, когда человек просыпается, его подсознание максимально связано с этой высшей силой, которая создала нас. Вы можете в этот момент попросить у Вселенной, у Всевышнего все, что вы хотите. Вам нужна защита, попросите защиты. Вам нужна сила, попросите силы. Вам нужна любовь, попросите любви и так далее. Да? То есть вы можете просто время попросить. Вот еще лежа в постели. Затем я рекомендую сделать вдох-выдох, поблагодарить за все, что у вас есть. Это очень важная практика. И затем увидеть себя в том виде, как бы вы хотели себя видеть через 5 лет, через 10 лет, каким-то сияющим, блистательным, довольным, счастливым, красивым, да? А затем построить четкие планы на этот день. Затем сказать вам следующие слова, что я живу в абсолютно здоровом с миром, у меня все получается. И только после этого стараться с телом. Затем нужно обязательно выпить чистую воду, позаниматься практиками, йогой, цигун, растяжечками, принять, естественно, душ, какие-то водные процедуры, затем опять выпить стакан воды, поставить свои цели и задачи на сегодняшний день и только после этого приступать к завтраку. И тогда у вас будет шикарный день. Классно. Затем я рекомендую сделать вдох-выдох, поблагодарить за все, что у вас есть. Это очень важная практика. Затем увидеть себя в том виде, как бы вы хотели себя видеть через 5 лет, через 10 лет, каким-то сияющим, блистательным, здоровым, счастливым, красивым, да? А затем построить четкие планы на этот день. Затем сказать буквально следующие слова, что я живу в абсолютной гармонии с миром, у меня все получается. И только после этого вставать с постели. Затем нужно обязательно выпить чистую воду, позаниматься практиками, йогой, цигун, растяжечками, принять, естественно, душ, какие-то водные процедуры, затем опять выпить стакан воды, поставить свои цели и задачи на сегодняшний день и только после этого приступать к завтраку. И тогда у вас будет шикарный день. Классно. Ну, это видео я загрузила. Можете посмотреть на моей странице ВКонтакте Татьяна Салмановна через дефис. Мактум Сайн Фудин через дефис. Очень, да, кстати, да. Водные процедуры, сейчас нужно мне заняться. Я еще гимнастику не делала, нужно сейчас заняться будет. Водные процедуры.
процедуры, приму душ, сделаю гимнастику. Сейчас посмотрю личный кабинет, банк Тинькофф. Я им тогда положила 50 рублей. Должна им вот по 8, там, сколько там, 600 рублей. 600 рублей, я уже оплатила 50 рублей. Они мне прислали смс, чтобы я еще 550 оплатила. Вот. Сейчас я открою мой личный кабинет банка Тинькофф. Банк Тинькофф, мы об этом уже говорили с вами. По поводу вообще этих кредитных карт. Сейчас они мне пришлют смс-ку. Я войду в мой личный кабинет. Bank of Tinkoff. Ну что, пароль я уже ввела. Ждем смс. Секретный код. Ввожу секретный пароль. Это секретный пароль. Ну да, у меня минус 80-62 на моей карте. Мы сняли платеж, сняли, ну да, 7180 рублей 62 копейки должна я им заплатить, и 550 рублей вот по 8 число, как они пишут, 8 июня минимальный платеж 50 рублей я уже заплатила. Да, сколько они там? Да, плюс 50. Я им заплатила, когда 2 числа. 2 числа в МТС банке, МТС банкинг, а 14-го, так, они сняли 63 рубля 78 копеек, оплата за программу страховой защиты и проценты по кредиту 166 рублей. Вот они снимают, если 7 тысяч рублей должны по кредиту, ну, если у вас 7 тысяч рублей кредитная карта, вот, они снимают 166, вы это расходовали 7 тысяч рублей, 166,84 ежемесячно. Сейчас я вам покажу. Так что лучше, конечно, иметь дебетные карты, я об этом уже вам говорила. Иметь дебетные карты. Ну что, ВКонтакте. Я там дала анонс, что в одной из следующих программ мы будем изучать книжку Натальи Борисовны Правдиной. Ну, вообще, знаете, в таком, вы знаете, режиме, еще загораю на моем белкане, знаете, у меня такая новый, так скажем, такой как бы проект в рамках моей творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли, кафе красоты The Beauty. Так что вот. А так, конечно, я тут вам разместила мои видео с моего Life Journal. И там брендирование к моим этим видео. Я взяла из книг, да. Благодарите за любовь, и любовь всегда будет с вами. Благодарю тебя, жизнь. Пишут, что это должно быть первой фразой утром, вместо которой час. И сама жизнь будет на стороне такой личности. Изображать мисс благополучия, любить и ценить себя. И благодарность и доверие себе. Доверие к себе. Считать себя достойной
счастья и любви, изменить отношение к себе, полюбить себя и считать себя достойной любви и счастья. Как полезно читать умные книги. Ну да, это я сама, давайте, так нужно это, спинку прямо, нужно еще физические упражнения, зарядочку сделать. Вот. Выбираем себе возраст. Создается собственное представление о себе. Ученый настрой Сытина. Молодость, натирать тело прекрасными кремами и говорить о любви к себе и благодарить свое тело. Установку на полное омоложение организма. И каждый день увеличивать продолжительность жизни. Новая установка сознания. Пусть время станет другом. Время можно приостанавливать, сжимать, растягивать. Вечное настоящее, всегда молодое. Это у меня взято отрывочки из книг, я вот пишу. Я есть молодость, сила и счастье, позволить быть себе счастливым. Что выбираем, то и имеем, говорить себе нежные, ласковые слова. Книга «Я привлекаю любовь и счастье» для Натальи Борисовны Правдиной. Высший творческий разум Вселенной ведет меня в правильном направлении. Я люблю себя, я люблю весь мир. И мир вокруг наполняется любовью. Пишет, что в тантрическом сексе начать с того, чтобы доставлять себе удовольствие. Умница моя, я делаю все хорошо. Глава следующую книгу. Ну, знаете, у меня, поскольку я там это брендирование, знаете, я вставляла в мое брендирование на моих каналах YouTube, Татьяна Салмановна Мактумсайт, вроде на русском и на английском языке. Вот, и я сократила, потому что мне нужно было там сократить эту информацию. Ну, в общем, почитайте. Вот, абсолютное спокойствие, все тревоги исчезли, Георгий Сытин, я загрузила, я просто пролистываю. Верни свою уверенность, аффирмации для женщин, для взаимной любви, он как стать лидером своей жизни, хакамада. Ну вот. Да, секреты любви к сексу, краткое содержание. В общем, здесь посмотрите. Ну, в одной из программ, да, мы уже начали с вами, я уже начала эту книгу изучать, и на моих видео можете посмотреть. Вот, это я сделала, то есть это это отрывок из книги Натальи Борисовны Правдиной. Светлана Ермакова. Самодостаточная женщина, счастлива без мужчины. Ну вот счастье, это как? Это видео Светланы Ермаковой. Ну, в общем, здесь много всего такого интересного. Сейчас загружу это видео, 45 минут позитива, со мной Татьяна Салмановна Мактумсайфутдин.